Так, вот метро Кинера-Тулуй. Название такое интересное. Вход только с одной стороны. И сейчас я буду идти к парку Карл. Посмотрим, что там. Может, что понравится. Так, ну вот и парк. Парк Карл. Примария муниципалум Букурешт. Посмотрим, что тут. Это крепость. Речка. Уточки в парке. По непроверенным данным, в этом парке должны собираться любители старинных предметов. Так. Ну, пока ничего, кроме заснеженных дорожек, аллеек, я не вижу. Пойду гляну хотя бы место, где могли собираться, найти. Так, как-то так. Так, вот карта парка. Прогуливаются с собачек. Собак очень много на улицах и в парке. Центральная аллея. Если собираются коллекционеры, то где-то здесь. Возможно, на этих скамейках или под деревьями, вот, или на аллейке, вот. Но пока такая погода, то вряд ли кто-то что-то здесь собирается. Никаких коллекционеров не вижу я. Ну, парк заснеженный, красивый. Вот озеро еще одно. Надо будет прийти, когда будет зелень. Вот даже деревья поподписаны. Пинус нигра. Да. Пожалуйста, пинус сильвестрис. Да. Уже. Так. Это озеро в центре парка. Парка Карл. Угу. Уточки, чаечки какие-то. Гусочки. Гусь. Интересные гуси. Шейки какие-то короткие.
входа в парк Карл. Часы. Вот памятник, фонтан, зодиак. По кругу нарисованы знаки зодиака. Вон ханыги стоят с антиквариатом. Вот вход парка Карла. Центральная аллея. Вот сегодня воскресенье, забыл сказать. Они по воскресеньям собираются здесь ханыги. Вот стела Победы или какой-то хер. Вот это я на фоне. Сейчас пойду к ханыгам. Туда вот. Вход в парк Карл. Походил я среди торговцев хламом всяким старинным, винтажным. Вон они стоят там. Снимать я возле них не буду, конечно, на парк поснимаю. Вход в парк. Центральная аллея. Снег еще лежит. Так, я замерз. Замерз, сейчас еще снимусь. Пошел я сегодня, последний день в Бухаресте. Пошел в парк Карл. Там коллекционеры при входе. Я купил ножичек. Вот такой вот. И хожу по парку, отдыхаю. Думаю, что дальше делать. Вон белочка. Румынская белочка. Ты смотри. Две. Две румынские белочки. Туя. Да, туя. Все, парк просыпается от зимы. Трава. Все свежо, очень хорошо. Да. Не хочется никуда ехать, ничего делать. Сейчас надо ехать в супермаркет. Ой, затариваться на дорогу едой. Так вот закончилось путешествие практически в Бухарест. Птички поют, люди с собачками гуляют. Собачек много. От безделья. В воскресенье люди с собачками прогуливаются.